Всем привет, с вами Роман Сталс, это очередной эпизод прохождения игры Transformers Fall of Cybertron или Трансформеры падения Кибертрона. И, в общем-то, мы начинаем с того момента, как и закончились, и у нас зависла игра. Вот, что, в общем-то, весьма печально. Но, тем не менее, мы нашли себе силы продолжить. Мы продолжаем. Надо еще вот так вот для профилактики сделать. Совсем все было хорошо. Гранаты, блин. Это вот здесь вот, да, расшибать это все дело. Нафиг. О, с этой стороны еще ребята. В общем, мы играем в такую, да, вот эту огромную штуку, по-моему. Ну, как-то ее, конечно, обозвали уже. Я просто своему стыду не запомнил. Как называется это огромное... Как называется это огромный трансформер? Метроплексы я помню. А вот... Сразу смотрите, знаете, там уже сейчас начну. Надо прятаться вот за этими щитами. Не знаю, мы не попадаем на самом деле. К сожалению, факт. Ой-ой-ой, плохо дело. Ой, совсем плохо. Нас прям очень сильно бьют. Мы сейчас сдохнем. Похоже. Нет. Пока не сдохнем. Давай в атаку, в открытую пошли. Я не могу это быть терпеть. Мелкие-то это фигня, вот эта здоровая пушка намного только снимает. Стой, остановись, что происходит? Retreat! Нифига себе, прорвались такие. Жесть, как мы всех уничтожаем. Война, война. Who are you to defy me? I've heard enough of his orders. We're going down! Motion, blast off! Grab hold of the flight controls! Engines are shot, Onslaught! Best we can manage is a controlled crash! Then manage it! We're too steep! Pull up! I'm trying! Brace yourselves! Господи! Оу. Как я люблю такие эпичные взрывопадения огромных железных штук, миллион тонн. You and your Combaticons destroyed half of the Energon supply in that crash. Are you kidding, Starscream? The Autobots would have taken it all. My team salvaged an operation that you screwed up from the get-go. No one addresses the leader of the Decepticons in such a manner. Arrest them. Фига себе. Ну, Starscream как обычно. О, возвращение Мегатрона. Неплохо. Девятая глава.
Look at this. What is this place? Soundwave's old workshop. Just dump your trash anywhere. He doesn't care. Uh-oh. He's starting. Better get moving. I'm in no hurry to please Starscream. So far, his leadership has been a complete disaster. Decepticons! As your leader, I, Starscream, demand absolute loyalty from all of my subjects. Onslaught and his Combaticons chose to disobey my order. They chose to break my law. There is no greater act of treason. Подождите, мы играем не Мегатроном. Мы кто-то другой. И мы не Старскрим. Даже нам, слушайте, даже дают возможность, так сказать, построить. Ой, беленькая, во, пошел. И пошел. Надо быстро, пока беленькая. Опа! Ля-л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 я. Фига. А стой, у меня как-то медленно получилось, но, наверное. Да что ты будешь делать? О! Я был прав, надо когда беленькая сияет. Так, ну и что, теперь голову надо приделать? Так, R2. Рамбл. Мне какие-то вот маленькие вот эти чувачки, они прям это... Все делают... Operation Brave Module Fusion. Что там творит? You believe this? О! Here, boss. Commence welding sequence. Ребят, такого. Ну что же,
Починили мы Мегатрона. И нажимаем квадрат, чтобы пробудиться. Where is Starscream? А вон он. Decepticons! A new age is upon us! Gone are the failures of Megatron! Enjoy your brief respite as leader! It will not last! Да ладно, неужели за Мегатрона поиграем? Вот это вообще просто жесть. Он, по-моему, танк. Мощнейший такой. Soundwave, rally Shockwave and the other loyalists. I have a speech of my own to give. А, Soundwave. Он крутой. Так, ладно, пушечку. Спасибо, Рамбл. We gathered as much of your original parts as we could. Патрончики. Ах ты какой! Забавно. Оптимус вас не услышит, ребята, отсюда. Уж поверьте мне. Вообще я его убью. Да ладно. Сначала Старскриму надо захреначить по традиции, так, так сказать. Never improve upon perfection, Soundwave. Блин, нравится мне в этой игре, как все сделано. Эти декорации, все такое прям... красиво. Серьезно. Это мы можем вот так зависнуть? В воздухе. Ой, это очень круто. Это статуя Старскрима. По-другому с ней нельзя. Хоть я его и обожаю, Старскрим все равно мой любимый десептикон. Но то, что ему надо, то, что Мегатрон должен надрать ему задницу, это не знаю, это в каждой серии должно быть в мультике, ну это и было практически в серии мультика. Игра, естественно, не без этого. Но всего 1000 рублей, ну что это? Так, айсбергов у нас осталось приобрести только две скидки и вот эту штуку, 4000. В режиме трансформера, чтобы мощнее оружие было. Расходники покупать не будем. Мы все равно что-то толком не пользуемся. Что, наверное, зря. Coronation, Starscream. This is bad comedy. Megatron, Decepticons. I am your true leader now, and I order you to attack Megatron now. That's Megatron. But he was crushed. Where did he come from? Сейчас танка будем вас ловить, ребята. Probable resurrection is too late. The Decepticon army is now loyal to me. The reign of с короной, с такой, с прикольной.
Now it will end. Destroy him! Плохо дело. Огребаем. Мало того, я еще не вижу ничего. Темно, блин. Где все-то? Вроде в кого-то попадаем. Потихонечку. Это тоже плюс. Какой-никакой. Пушка у нас мощная. В этом преимущество есть небольшое. Кто? Не вижу. Вижу. Мажу. Мажу, сильно мажу. Я грибаю. Зажаты как-то совсем. Мне вот вообще не нравится. You are unfit to be called Decepticons. For Starscream! You dare attack me? Martyr as many of your fools as you wish, Starscream. I'm just breaking in my new system. Fuck, это эти, блин, как их? Attack! Я сейчас умру, я точно умру. Yes, come! Да, что-то я затупил тут, вообще ничего не вижу и туплю. Ладно, сейчас соберемся, побегаем, постреляем, не будем тупить, все будет хорошо. Ну перезаряжайся быстрее! Блин, перезарядка какая долгая. Жесть. О, ребята, нет, не серьезно. Такой хоккей нам не нужен. О. Да. Нас вообще чехлят. Надо, короче, вставать действительно куда-нибудь, сныкаться и там колбаситься. Либо использовать почаще свой скилл с полетом. А значит, нам под крышей стоять вообще не резонно. Давай, ну какого хрена? Кубик есть. Да я сдохну. Пипец! Вы это видели? Ну это кошмар. Ну что такое? Я так не играю. И опять по новой. Да ёпа РСТ. Здесь этот огонь будет колбасить. Это я понял. Хорошо. Здесь у нас кубики. Это я тоже понял. Вот эти можно взрывать. Это я тоже понял. Враги. Где враги? Не вижу. Я пойду к враги. Нет. Ну и что такое? Почему? Не, правда, где враги-то? О! Пошло дело.
жопа, вообще жопа. Успеем кубику. Успели. Кубик оставим, оставим кубик. Кубик оставим пока. Время брать буду. И че? Понял. О нет, только не это. Они на той стороне сидят. Собаки. Где-то здесь, да? Так, одного слил. Вроде. Вроде тоже слил. Здесь непонятно. Чё ж ты не перезаряжаешься-то? О, какая. А мне чем нравится эта пушка, она прикольная. Ай, блин. Фух, так. Так, ну с этими у нас есть тактика. Вот, все. В общем и целом. Ай! Чуть не попался. Плюс один. А второго не вижу. Вот вижу. Минус два. Раз, два, три. Стоп. Ой-ой-ой. Вот это было здорово. Неожиданно. Так, патроны появились. Нифига себе, как ты это взял, а ты не заметил, как я их взял. Ой-ой-ой, не туда. Где они? Один там, вижу. Один полетел. Второй полетел. Третий полетел. Но один уже успел оклематься. К сожалению. Ух ты! Че, они по мне попадают? Попадают. Чё как? Ах, всю броню сносят. Попробуем-ка мы с резаком. Давайте, ребят.
Что же я с ним так долго-то вожусь, понять не могу. В чем причина? Развалился. Второй развалился. Второй тоже. Что, теперь с четырьмя, да? Угадал? Нет. Is there no one left who would challenge this pretender to the throne? Fight your own battle. Starscream, your mockery of a reign is over. You will pay for this, Megatron. You want us to chase him down? Finish him off? He's not worth the time. Starscream's penchant for self-worship has severely drained our energon supply. What's the plan, Before sir? My attack on Autobot City, Shockwave informed me of a discovery in the Sea of Rust. He is on his way now to report. Yes, Lord Megatron. Decepticons! Megatron has returned! О, статую мою сразу притащили. Как мило с вашей стороны. Вон Вортек стоит. Шоквейв. От статуи Старскрима остались только ноги. Блин, там две дверки, а в них пройти нельзя. Обидно. А нет, можно. Хрен там. О! Удачный улов. Это я люблю. Кредиты. Хорошо. Так, что мы тут еще взяли, не взяли? Посмотрели, не посмотрели. Здесь открытая штука почему-то оказалась. О, слот. Кстати, ты неплох. Он слот. Я вот тебя не знал до сегодняшнего дня. Что ты за десептикон такой. А теперь я узнал и... Мне нравится, мне понравился этот персонаж. Очень клёвый. Ладно, все, пойдем нам к Мерзлуну. Long live Megatron! We always knew you'd come back, Megatron! Shockwave, report! All hail Megatron. I've built a replica of the tower I found in the Sea of Rust. The ancients used it to unlock space portals in high orbit over Cybertron. Excellent. I assume you've already found a suitable planet. Affirmative. The world is primitive, but rich with raw energy. All that we require now is a space transport with a strong enough power core to fly us there. I'll handle that. Shockwave, ready your tower. We leave now! Че, на землю отправляемся? Все, Кибертрона оставили. Where are we headed, Megatron? The crater where Triptychon crashed when he fell from orbit. Think that monster is still functional? I care not. His power core is what I need. Megatron! We're taking heavy fire! We're... Brace for impact! Ну все, начало новой главы. А эту с горем пополам можно заканчивать. Мегатрон вернулся. Старскин опять огреб. В очередной раз. Сейчас мы играем за, видимо, Мегатрона. Да. Глава 10. Final Countdown. It's the final countdown. Итак, с вами был Роман Стелс. Спасибо за просмотр. Замечательный был эпизод.
Конечно, огребли по традиции пару раз. Это нормально. Во время любого прохождения. Вот, но мы увидимся в следующих эпизодах прохождения игры «Трансформеры. Падение Кибертрона». На PlayStation 3 проходим, и в общем-то... Пока что я с вами прощаюсь. До следующего эпизода. Спасибо за просмотр и счастливо!